Всем привет, дорогие друзья! Купила тут горбушу. Надо ее вот обцарапать. Начала ее разделывать, потом думаю, дай-ка видео сниму. Хочу ее запечь в духовке с картошкой. Она не крупная рыбка, но нам хватит на ужин. Помидорки достану тоже, запеку вместе. Знаете, такая кровавая была, я уж мыла ее. И тут всякой блевы вообще ужас. Не знаю, по какой причине она такая кровавая. А, кстати, достала вот икры сколько. Надо посолить ее тоже. Прикрыла. Так, сейчас буду разделывать. Да кожу надо почистить. Вся какая-то грязнючая. Как в крови вся. Так, короче, разделываю рыбку. Помою ее еще хорошо. Помыла, вот разрезала ее. Наверное, уже несколько раз перемороженная. Так-то покупала, вроде крепенькая рыбка. Кости убрала, конечно. Буду уху варить. Добавлю туда уху. Сейчас порежу сначала рыбку, да немножко посыплю ее специями. Я и порезала. Все тут поуханькало так. Я не знаю, почему она у меня такая. Сейчас я немножко ее полью маслицем. Посыплю солью. Так, теперь добавлю перец. У меня вот такой вот черный молотый. Есть перчик. И у меня есть для корейской моркови. Я особо не заморачиваюсь. Что есть, то и использую. Сейчас она у меня постоит немножко. И я пока займусь овощами в это время. А у меня рыбочка моя будет мариноваться. Вот так вот. Начистила я картофель. Тут больше килограмма чуть-чуть, однако кило 200, кило 300, так на взгляд. Сейчас порежу тоненькими колечками. Достала из заморозки перец замороженный и помидорки. Тоже буду использовать. Зря что ли морозила. Вот такой сегодня сборное блюдо у меня будет с рыбкой. Овощи с рыбкой. Режу картошку вот такими тоненькими слайсами. Она ж долго запекается. И поставила разогревать духовку до 150 градусов. Потом прибавлю. Мне тут как-то сказали, что написали комментарий, что я ставлю в горячую духовку вот эту формочку свою. Но она у меня ни разу не лопнула. Вы как, дорогие мои девочки и мальчики, ставите форму? Сначала складываете все, что хотите запечь. Потом нагреваете духовку вместе с формой или так же, как я, в горячую ставите. Я не знаю. Я ее, конечно же, не в фикс-прайсе покупала. Она у меня очень много лет уже. И ее покупала в посуде-центр. Ни разу не пожалела, конечно. Мне она очень нравится для запекания. Давно смотрит мои видео, те давно поняли, что у меня тут не шикарный ресторан, обычная домашняя обстановка. Я готовлю для нас из простых довольно-таки продуктов. Стараюсь готовить поэкономней, поэтому готовлю как могу. Я сейчас посолю, поперчу. И вот прям буквально там ложку масла добавлю в эту картошку. Сейчас сюда же
добавлю этот перец, который я замораживала летом. Так как он у меня замороженный, естественно, влага вся будет в этой форме. Нужно будет это рассчитывать, на это рассчитывать. И помидоры у меня заморожены. Сейчас я еще сюда добавлю лука, добавлю чесночка, чтобы повкуснее было. Зелени. В общем, соберу все, что есть. Лук четверть кольцами. Тоже отправила в картошку это все. Замешаю. Так, вот у меня чесночок сушеный. Я чеснок сушеный сюда добавлю. Оставалось полпачки. Там в пачке-то 10 грамм. У меня даже сегодня сыр есть в холодильнике. Если что, можно даже сыром посыпать. Ну все, теперь выкладываю это. Формочку. Готовить же вообще очень просто. Проще не придумаешь. Так, осталось зелень добавить. Зелень у меня тоже замороженная. Лук это у меня зеленый. Что, комочек попался? Сейчас я его прям из пакета достаю, да посыпаю. Ложками там лазит. Так, я щедро, наверное, насыпала. Пахнет зеленым лучком. Ну, теперь мне надо рыбу... А, помидорку распределить сначала. Или рыбу. Короче, творческий процесс у меня. Однако рыбу распределю. По всей форме. Всю. Ох, рыбку уложила. Теперь помидорки. Придавлю хорошо. Сейчас залью. Соус сделаю со сметанкой. Сметана у меня сегодня не жирная, 15%. Посмотрела, думаю, ну что, я ее еще разбавлять что ли буду. Жидкая сметана. Помажу ей сверху. Насыплю. Сейчас посмотрю по мере надобности, сколько тут покрыть, чтобы вверх. А ну все равно придется же добавлять немного водички мне. Совсем немножко. Так, этой ложкой размазывала. И все, покрыла я формочку. Ой, блюдо свое это. Формочку говорю. Сметаной. Так, сейчас ополосну. Вот, приготовила водички кипяченой. Миллилитров, наверное, 120 здесь. Теперь полью аккуратненько. Ну и все. Буду ставить в духовку, пусть запекается. А потом, может, перед выключением или зеленью посыплю, или сыром. Посмотрю, как там. Это же творческий процесс. Как захочется. Поставила в духовку. Сейчас добавлю температуру, примерно 180 градусов, минут на 30 поставлю, ну буду смотреть, может иногда прям быстро, минут за 20, за 25 готовится, посмотрю. Планирую на 30 минут. Спасибо, что вы были со мной, готовили вместе со мной, мне не так скучно,
когда я снимаю, а то как-то одной тоскливо. И я поэтому вместе с вами. Приготовилась рыба с картошкой, с овощами. Вот я ее же как сметаной покрывала. Так вот есть эта корочка. Я не захотела посыпать сыром. И так вкусно и жирно. Я думаю, просто обалдеть. Как раз тут Юра пришел с работы, попивает кофеек. А я достала себе томатный сок. В общем, у нас сейчас будет ужин. Сейчас покажу вам, что получилось в тарелочке. И попробую. Вот так выглядит это мое блюдо. Горбуша, картошка, овощи тут, помидорка, перчик. В общем, все пропеклось. Но готовила я это минут 40. Сейчас попробую. Вкусно. Можно покушать. Так что все очень просто. Все на глаз. Все из того, что есть. Приготовьте, попробуйте. Оцените. И расскажите. Вот как по мне, так надо немного соли добавить. Единственное. Ну, мне нельзя тоже соль. Соль — это белая смерть. Ну, хочется соли так добавить. А так-то Юра бы точно не добавлял. Невозможно оторваться. Ладно, мне приятного аппетита. Юру я уже накормила. А вам приятного просмотра. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. До новых видео.